Доброе утро, друзья. Сегодня 22 августа, воскресенье. У нас похолодало на улице уже. Даже вот уже рождаются заморозки. Всего где-то 7-8 градусов тепла. Вот, ночью было еще холоднее. Вдалеке туман. Я сегодня хотел бы попросить всех моих подписчиков обратить внимание, у меня есть мой друг Захаров Сергей Александрович. Вот. У него супруга Марина Захарова на сегодняшний день баллотируется даже в депутаты Государственной Думы по Краснодарскому краю. Вот. И она идет от партии Зеленых. И они вместе живут в поселении, эко-поселении. И своей работой, своей жизнью поставили именно жить наедине с природой, отстаивать интересы родовых поместий и многое-многое другое. Я думаю, что наша поддержка в ее предвыборной кампании, в которой я считаю, что очень много просто любви к родному, к родине, к земле, это большое значение имеет. Поэтому, друзья, поддержим Марину. Пусть наши лайки и наша подписка сделает в ее деле хороший отпечаток. Вот. Всем хорошего дня. Сегодня будут еще ролики. Что-то запишу. Вот. А так, побольше улыбок. И все будет хорошо. Надо держаться вместе одной большой командой. Итак, друзья, сегодня зарядились пистолет, взяли проволочку и делаем простые движения. Видите, как очень все просто. И это, видите, я беру пистолет. Его опускаю на место соединения. Вот видите, две арматуры. Одним нажатием, смотрите. И все. И готово соединение. И вот мы так прошли по всей сетке. Соединили все арматуры. Хотя по технологии шахматного порядка. Но мы, используя возможность проволоки, сделали практически везде. Вот так просматриваем. И заканчиваю. Всем хорошего настроения.